дорогой, вставай. Котик. Давай, просыпайся. Че все? Я пойду тебе завтра готовить, купаться, а ты просыпайся. Хорошо? Давай. Слушай, дорогая. Что? Ты меня, конечно, прости. Ты сядь. Господи, что случилось? Кто такой опять? Серафим, ну, слушай, нет времени. Я хочу тебя обидеть. Дорогая, мы уже живем вместе, столько провстречались. Ну... Что за фотография мужика в нашей спальне? Серафим, нашел что спросить? Ну, скажи. Серафим, это мое плохое прошлое. Что значит мое плохое прошлое? Сегодня мы живем в нашем настоящем, и я не чужой человек. Кто это? Кто это? На этой фотографии... Это я. В смысле, ты?